Всем привет! А у нас отличная новость. Вышло очередное обновление скрипта для обрезки векторных файлов Super Magic Eraser. Этот скрипт отрезает и удаляет векторные элементы, которые выступают за границей рабочей области. Делают это быстро и автоматически. Сейчас скрипт стал еще лучше, и на этом примере я вам все покажу. Специально я выбрал такой объемный файл. Здесь 25 артбордов, на них расположены seamless текстуры, которые не обрезаны. И сейчас скрипт обрежет их все сразу. Запускаем Super Magic Eraser. Нажимаем кнопочку «Старт», и он пошел работать. Скрипт по очереди проверяет каждый артборд, обрезает объекты и удаляет все, что выступает за границы рабочей области. Новая версия стала намного быстрее. Также нам удалось победить зависание иллюстратора и периодические его вылеты, которые не могли наблюдаться в прошлых версиях скрипта. Вот и все, скрипт справился со своей работой. Теперь давайте проверим работу скрипта на другом файле. Здесь присутствуют объекты с градиентной заливкой, рядом точно такой же паттерн с обычными формами. И скрипт обрезал оба паттерна. При этом градиентные заливки не изменили своих свойств. Градиент обрезается как раньше корректно. Если я сдвину элементы, то видно, что внутренняя структура паттерна не пострадала. Объекты остались целыми и не срезали друг друга. Все действия можно откатить через Ctrl-Z. Как видите, скрипт стал еще лучше. Теперь вы можете обрезать за один прием сразу много артбордов. Сделать это быстро и легко, буквально нажатием одной кнопки. Как всегда, скрипт вы можете приобрести на сайте MyTools. Спасибо, всем пока-пока.